Добрый день, дорогие наши женщины. Хочу поздравить вас с наступающим днем 8 марта и пожелать вам самого лучшего. Пожелать нашим мамам, нашим женам, нашим дочкам, нашим крестницам, нашим племянницам и всем самым лучшим девушкам, которые с нами и везде. Это и на работе, это наши знакомые, которые радуют нас. От души поздравить всех с наступающим женским праздником. И хочу вам пожелать, чтобы вам дарили всегда прекрасные подарки, мужчины. Надо всегда подготовиться, и чтобы были подарочки. Вот такие прекрасные подарочки мы уже подготовили к завтрашнему дню. Вот так. Вот такой подарочек. Вот такой подарочек. Это кто какие любит. Можно и такой подарочек. Тоже крутенько. Вот такие. А кто любит другие подарки? Есть и другие. Но мы ж как сватовски, экономнее. Опа! Подарочек такой. И приятно. И до дома пойдет. Белизна такая. Потом так покрутилась, повертилась. Думаю, надо же еще какой-то подарочек купить. И тоже подарочек нашим любимым женщинам. Ну, думаю, ладно, и женщинам, и мне пригодится. Опа, ступка. Замешивать перчики там всякие, мы же будем еще готовить. Так что подписываемся на мой канал, чтобы не прозевать готовку в таком прекрасном ступце, в такой прекрасный. Ну, думаю, когда все это пройдет там, и чтобы не этот, думаю, подарю для начинающих кулинаров вот такую штуку. Сковорода. Опа! Она же сковорода, она и гриль, она же и пароварка, и скороварка. Вот такая, это не реклама, это просто прикольная штука. Я думаю, можно пожарить и мяско, можно и сварить что-нибудь, и протушить, и профритюрить. Вот такие вот подарочки. Опа, выпала уплотнительная лента. Ну, сейчас мы ее забросим. Так что, чтобы никто не остался без подарков, пускай там не вот такие недорогие, но мы сделали маленькие подарки всем. По цветочку, по вещи какие-то запоминающие, потому что пройдет время, а мы будем все время помнить. Или нас будут помнить. Вот такие, друзья, подарки. Ну, естественно, по открыточке памятней. Так что, дорогие женщины, поздравляю вас с наступающим 8 марта. Желаю, чтобы у вас всегда были цветы, были принадлежности у всяких, чтобы порадовать мужчин. А если мужчины не хотят вас радовать, пускай мужчины, я вам показывал, приготовят покушать, застелят белизной постель, затолчут какой-то снадобье волшебного в ступке, и все будет добре. Так что еще раз с праздником! Весны, с праздником любви. Радуйтесь, радуйте других. Сниму, покажу.